Московский трамвайный вагон 82. Выпускался с 1956 по 1963 год. Эксплуатировался в Москве до перехода на Татры до 1970-х годов. Трамваем ТВ-82 установлены уже кожаные сиденья. Трамвай стал настоящим прорывом в то время для Москвы. Многие путают трамвай МТВ-82 с троллейбусом МТБ-82. Но скажу, что маска у них одинаковая. И они выпускались на одном заводе. Максимальная скорость трамвая составляла 60 км в час. Да, 60 км в час максималка. У Витязей 80. А вот так выглядит кабина вагоновожатого. Извиняюсь, поезд данного вагона 45 км в час. Восстановлен в 1990 году в качестве музейного экспоната. Смотрите, у него какое-то направление. Рычаги, не так вообще места нету. Как он тут бедно везде сидел, а? Еще не сидел. Обзор трамвая МТВ-82 закончен. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем спасибо и всем пока. Кстати, забыл вам сказать, что в этом трамвае двери также открываются вручную. И это последний трамвай, который они так открываются на этом параде.